Итак, всем привет. Вы на канале Львов Михаил. И у нас от Мобикара автомобиль. Nissan. Японская машинка. Вот так он проработан сзади. 4 глушителя. Nissan GTR. 4 фары, значки. Спойлер. Два зеркала на передних дверях. Зеркало внутри салона. Салон черный. Ковши. Под моторчик сделаны чемоданы, но моторчика там нету. Внутреннее зеркало. Педали. Машина полуавтомат. Спереди вот так вот он смотрится. Дверки открываются. Машина пятиместная. Заряжена для асфальта 9-го. Машина крутая. Окрас темно-синий. Есть поворотники на крыльях спереди. Два поворотника. Литые диски на резиновых покрышках. Вот так машинка выглядит снизу. Проработано, конечно, днище мало ж. Заднее лобовое стекло. Так. Бачок справа заправляется бензином. Такая гоночная, злая, спортивная, быстрая. Кому понравился ролик, подписывайтесь на мой канал. Ставьте много-много лайков. Будьте со мной. Всем пока-пока. До следующей встречи.